за мной. Он уже раз 10 кинул, блядь. А я, наверное, всего раза 2 или 3. Пока привяжусь, пока развяжусь. Пока вот эту хрень подыму, пока привяжу ее, блядь. Вот этот уже 2 раза переезжает, блядь. Не, ну в принципе так и надо, надо искать. Но я предлагаю сюда кого-нибудь посадить отдельного. Или купить все-таки минкоту. Ну или что-нибудь такое. Жесть вообще. У него якорь, не знаю, там, блядь, килограмм 20. Короче. Дэн там уже, блядь, второй запрос делает, походу, пока привязывает, блядь, смотри. Уже тащит кого-то, блядь. Палтуса поймал, наверное. Так. Сколько там? 24, блядь. Пошла родная. Тульский джиг. Вход дела попёрли. Так, сейчас мы тут и гоблинов пошвыряем. Эти руки от веревки уже подмерзают. Что-то пока я тех мест волшебных не вижу, блин. Куда завез-то, Сусанин? Что, яму нашел, что ли? Ты падать будешь, нет? О, я нашел место. Взял? Промах. Офигенно, прям с меликатом, наверное, сколько там, может, 3 с лишним. И вот сейчас он прям течением, прямо видно, подбровочку смывает. Огонь вообще встали. Просто огонь. Я думаю, здесь что-то должно быть. Верю я. Вера во мне не иссякла. Да не поесть, а поймать просто. Да ради поклевки самой живет рыбак. Офигенно, блин. Здесь вторая какая-то уже, ну, уже следующая ступень яма. Блядь, место огонь, блядь. Так, что тебе поставить-то, а? Ладно, еще пару забросов на эту. Ой, что там закружился вертолетиком, блин, пошел. Кайф вообще, тишина, блин, да, Дэн? Как заповедник. Как будто реально деревень рядом нет. Как будто, блин, людей рядом нет, не живут. Да, по сути, вот за хороший такой, ну, за поклевками надо уезжать туда, где людей мало совсем. А? 28? Да. То ли не дотягивается, то ли там мыло. А у тебя сколько? 28. Ну, ты кидаешь на саму яму. Самую. Да, там поболее надо. Ну или как бы вот просто подольше ждать. 36 поставь там, начни с этого. У меня-то выбор-то небольшой, я насандалил все, что есть. Вот. У тебя там вот эти вот подобрал. Вот рыба не гуляет. Вот это парадоксально. А? Рыба не гуляет что-то. А что, осенью гуляет? Осенью не гуляет? Дом сидит? Нет, вообще, да. В тепле там. Где ей по кайфу? А где ей там по кайфу? Надо одну поймать, пытать. Она, поэтому это... И молчит? Да, молчит пару. Что, я все расскажу. Пока с одному расскажешь, все прибегут. Это да. Ну, что скажете, кстати, народ, а? Какие приманки вот по осени, да? Это получается, вот, ну, хотя бы, скажем, по России сейчас, октябрь. Вот какие приманки, если видео, конечно, выйдет в эфир, какие приманки вы бы ставили? Большие, там, 20 сантиметров, 15, 10, там, не знаю, сколько там.
6 сантиметров. То есть покрупнее, помельче или мелкие. Мы вот были на озере Вселук, и нам сказали, что, блин, осенью, нет, осенью, ребят, мы ловим на маленькие приманки. Вот так вот. А все братство рыболовное твердит, что осенью надо ставить крупные приманки. Вот что делать. Сейчас поставлю вот такой дрын. Я Дениса уже напугал. Вот такой сейчас поставлю. И вот посмотрим, что будет. Потому что на самом деле мы бросаем, ну, не сильно большие приманки. Можно еще уменьшиться, конечно. Но я не знаю, куда уже меньше-то. И сейчас вот для сравнения попробую вот такую дурку. Разойдись! Ха, пошла! Натовский снаряд! Сука, наши воды бороздит, блин. Сейчас я вам, блин, отвечу. Тут за деда, блин, за прадеда. Дно только найти надо, блин. Сейчас все будет. Оп. Давай прям. Что-то прям по заказу. Люди ждут. Клюй давай. И обратно домой пойдешь. Пузико тебе пощекочу и отпущу обратно. Ну давай, ну где ты там, рыба моя мечты. Ну. Что же я всякие расстроенные уеду? Так, Денис. Кидаем здесь. У меня уже руки отваливаются от твоих якорей. Блин. Взвесь его, пожалуйста, сколько он весит, чтобы я знал. Да немного, не 15 килограммов. Ну, чирик там точно, блин. Может, 8. Ну, мой, кстати, не 5, мой 4,5, ну 4,5, ну в районе 5. Есть какой-то расчет от лодки. Слушай, 5-килограммовый, там 4-килограммовый, твою, ну, зависит, какой якорь, 3-килограммовый будет держать. На течение даже. Просто я не знаю, вот как мой на камушках будет работать якорек. Вот ты. Что-то не знаю. Тебе нравится ты, как она играет? Ролик очень сильно. А мне вот такой ролик что-то не очень нравится. Сейчас я гибну. Может, треснем корягу обкидать, нет? Но с двойником там делать нечего. Зачем? Выше клонов он стоит. Выше? Давай попробуем. Потом, в случае чего, ну, я приподниму, можно и ниже спуститься по течению проще. Сейчас вот 10,3. Получается, откуда идет сюда? Сейчас на свой.
Место интересное. Место интересное. Уходишь в сторону. Подъем идет уже, да? Да, сейчас. Чего? Подъем, да, сейчас. Чего? Ну а сколько там? Сейчас 7.4. Ну, с 12 на 7.4. Сейчас еще раз подъем. Ну вот там, вот, вот он последний. Вот он начинается. Вот там, наверное, вставать надо, да? Да. А сколько здесь сейчас? 7,9. Значит, там должно быть 6. И вот он, короче, там. Здесь ничего не лежит. Сейчас 8. Какой-то такие пупочки есть небольшие. А, вот бурун тоже идет. За ним встанет. Шесть уже, нет? 7,9, 8,4. Здесь какая-то непонятная просто. Просто такие перепады резкие, он поэтому заворачивает. 8,8, 2. Основной вообще 7,8. Так, потом ту ямку обкидаем. Да. То есть спустимся и... Задний давай. Все, и вот мы вот на 6 метров кинули, сейчас мы на 8. Может, нам было выше подниматься уже? А? Выше нам было. Не, ну, я же хочу как раз в этих бурных. Солнце греет. Солнце греет. Как там дальше поется? Та-та-та-та. Так, ладно. Тебя еще раз сейчас запущу, блин. Попробую сейчас другую петельку. Дам ей последний шанс, блин. Да что ты тебя... Что ж ты крутишь-то, блин?
Ну, она же прогонистая. Прогонистая. Нет тычка, нет тычочечка. Чё ты смотрел-то? А? Ты говоришь, смотрел что-то? Про эхолот ты рассказывал. А, про эхолот смотрю, да. Как, короче, это показывает. Да, прям все видно хорошо. На барханчике прям бархан идет. Бык-бык-бык-бык-бык-бык говорят. Дальше бархан бык-бык-бык-бык. Нам у тебя другие настройки стоят или что? Ну, такие же сейчас. Просто на эту, ну, как бы, то ли дно, то ли просто рыбы у нас только нет. Бля, чего с гандоном-то будут постоянно, блин? Чё тут, кто тут вообще просто трындец? Только не гандон, только не гандон, только не гандон. Только не сейчас, только не сейчас. Там белый вообще отказывается почему-то работать. Просто, хотя с другой стороны и всё другое тоже. Белый, что-то я прям... Гоблинцы мои, хоббицы, блин. Считай, половина одиннадцать уже, блин. А у нас ни тычка, ни тычочечка. Зато погода хорошая. Там сколько грамм-то, я не посмотрел. 24, что ли? Ай, блин. Двадцать четыре маловато, блин. Нравится мне тоже, блин. Что-то я его недооценивал, блин. Думал, какой-то он дубовый, блин. Модель хорошая. Ну давай, вжарь уже. Сазань из-за этого.